Андрей. Всем привет. Здрасте. Андрей, моя дочь, которая очень хочет полететь со мной, но пока не дают. Через год. Сегодня Алис не очень. Там же нужно еще приземляться в точку. Боже, как красиво! А вы откуда? Я люблю. Откуда из Кубы? Конечно, великолепное место. И как же вас сюда в город? Там же тоже есть. Мы были всей компанией года два назад тоже. И очень много людей у нас есть. Просто летом, ну сколько там, 2-3 месяца это вот лето, а потом же все, уже мало кто едет. Туристов меньше и. Ну а здесь неужели много туристов? Одни живем. Весь год. Мы одни живем в этом. Я знаю, здесь немного, именно. Вы, наверное, в Гудауле имеете, да? Да. Да. В Гудауле уже снега же накрыли. Это же верно лыжи. А вообще очень много этих всяких. Классно. Снова вернуться. Хорошо. Я прыгала, допрыгала, что сломала мизинец на руке. Спрашивайте, как вам? Да когда мне была мечта моя сбылась. Кайф. Для парашютиста уже будет
это интереснее, чем полетать. Запятает называется в парашютном. Долго вы этому учились? Пару лет. А так документы получаются за 2 месяца. Просто соло-пилот. Первого года. Ну, повышение квалификации. Погоду, да? Конечно. Зимой мы тоже летаем, но